Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Этот видеоролик не относится, конечно, ни к садам, ни к огородам. Просто мы сегодня ездили за город. И сейчас я вам хочу показать наш чуйский тракт, который начинается именно в нашем городе Бийске. Про этот чуйский тракт многие слышали. Про него и в песнях поются, и фильмы снимались. Василий Шукшин часто в фильмах своих снимал события, которые расположены именно в населенных пунктах по Чуйскому тракту. Он очень красивый. К сожалению, я могу вам показать его только из окна автомобиля. Вот видите, сплошная полоса такого густого соснового бора. Эта красота длится очень-очень долго. Этот чуйский тракт начинается в нашем городе Бийске и идет до самой монгольской границы. Дальше, через несколько километров, потом там начнутся горы, всякие перевалы. Какой-то Семинский перевал, еще какой-то, неважно. Сейчас просто хочу показать, какой красивый у нас чуйский тракт. Алтайский край очень славится своей красотой. И если я куда-то буду выезжать за город, немногие люди могут позволить себе путешествовать, выезжать за пределы своего региона и даже своего города. Если я куда-то буду ездить в гости, я обязательно буду снимать видеоролики и показывать вам красоту нашей природы. Мне пишут люди, у которых нет даже леса, живут в степях, в полях. А вот нас природа наградила такой буйной, это как сказать, сочной растительностью, барами, лесами. Можете полюбоваться нашим лесом. Вот сейчас проезжаем, вывеска даже есть, музей Чуйского тракта. Видите, музей Чуйского тракта. Указатель Белокуриха, Новосибирск, Барнаул. Все это находится рядом с нами, курорт Белокуриха. Приезжайте отдыхать в Алтайский край. До свидания.